Добрый день, друзья! Смотрите, сегодня у нас стихотворение про осень, и здесь соответствующая картинка. Листья все пожелтели, ветер дует, листочки срывает, они падают, кружатся, и птицы полетели на юг. Евгения Трутнева написала стихотворение «Осень». Стало вдруг светлее вдвое, двор, как в солнечных лучах. Это платье золотое у березы на плечах. Утром мы во двор идем, листья сыплются дождем. Под ногами шелестят и летят, летят, летят. Пролетают паутинки с паучками в серединке. И высоко от земли пролетели журавли. Все летит, должно быть, это улетает наше лето. Видите как? Все подмечено в этом стихотворении, все признаки осени. Всего вам доброго, до следующей встречи, до свидания.